И снова здравствуйте, Валерий, город Днепр, Украина. Я приветствую вас на своем канале, подписывайтесь на него, пишите комментарии, ставьте лайки. Сегодня в заточке небольшой кухонный нож из стали ВЖ-10 торговой марки Яксель, серия Zen. Zen, да? Вот он, видно. Вклинился в заточку. На начальном этапе я убрал повреждения, а повреждения здесь были довольно приличные. Для этого мне пришлось снести подводы на глубину приблизительно 1-1,2 мм вглубь. И взял алмаз 200 на 160, чтобы сформировать эти же самые подводы заново. В принципе, процесс формирования практически закончен. И перед переходом на другой брусок я хочу... Ну, в принципе говоря, я и вклинился в это видео. На 160 довольно крупное зерно, несмотря на всю хрупкость кристаллов Эльбора, они все равно работают и все равно оставляют большие следы, поэтому я не довожу до заусенца. Вот только-только он начинает появляться, и я меняю камушек. Что еще добавить? Во-первых, угол. Угол начальный. Угол здесь был сейчас 16 градусов, 32. Общий был где-то 31,9. В начале работы сейчас 16. Что я еще сделал? Я для компенсации толщины брусков я зафиксировал и толщину на колечко. Не знаю, видно или не видно. Сейчас капельку подвину камеру. Вот здесь вот, да? И я еще переставил точилку на 1,5 сантиметра глубже. Я обратил внимание, не точилку, ну, в принципе, да, точилку на подставке. Я обратил внимание, что когда ножи широкие, появляется некоторая неустойчивость. И сместив ее на 1,5 сантиметра, я считаю, что она уйдет. Отверстия были просверлены, я просто перекрутил ее на соседние отверстия, на соседнюю резину, ленту перекрутил. Ну, в принципе, давайте перейдем на следующий брусок. Следующий брусок 125 на 100 Эльбор. Этим бруском я уже выйду не той стороной на какой-то заусенец. Ну а в дальнейшем буду стараться убрать последствия этого выхода. Кстати, по ощущениям, сталь здесь такая очень неплохая. 61 будет как минимум единиц твердости. В принципе, это же информация, по идее, должна быть и у торгующих организаций, которые предлагают эти ножи к продаже. Но как-то она суховато выглядит. Может быть, это так субъективно кажется, но... Такое впечатление есть.
недавно в одном из разговоров зашел разговор о технологическом барьере. Я часто упоминаю о технологическом барьере, нередко им пользуюсь, но, в принципе, как-то так сложилось, что до сих пор еще не было большого повода показывать, что это такое. Но снося на 1,5 миллиметра, на 1,2 миллиметра подводы на этом ноже, на планшаве, да, а там стоит круг наждачный. Ну, можно сказать, что это был первый технологический барьер для данного ножа при данной заточке. То есть я этой самой операцией я убрал все повреждения, все возможные микротрещины, потому что я углубился глубже, чем были сколы на кромке, чем были повреждения. Они не пойдут дальше, эти сколы. Эту же самую операцию проделывают, и я тоже проделываю. И на более поздних этапах заточки. Но как-нибудь при случае я обязательно покажу, как это делаю я. Так, ищем заусенец. Довольно уверенный заусенец появился. Можно еще поработать. Совсем немного. Что еще любопытного было с этим ножом? На вот этой стороне участок, видно, когда затачивали на механическом каком-то приспособлении, сильнее надавили, потому что угол был в районе 32 градусов, и фаска, сам подвод на вот этом участке, он был намного шире, чем на других. И мне пришлось его подравнивать, затачивая эту сторону участками. То есть я протачивал отдельно этот участок, потом отдельно этот. И когда они по ширине сравнялись с вот этим углубленным местом, я уже точил всю поверхность подвода. Кстати говоря, вот ребята рассказывают об удобстве для этих случаев эльборового бруска шириной 50 мм, который, в принципе, стоит, наверное, процентов на 50 дороже, чем ширина 25. Но как-то я пока обхожусь без него, хотя было бы интересно попробовать. Именно для таких случаев он здесь был бы кстати. С другой стороны, такие случаи встречаются не слишком часто, мягко говоря. Ну, это так, к слову. Проверяем ширину подвода. Следующий брусок будет заметно меньше зернистости, и им ширину уже точно не откорректируешь. Но визуально здесь вопросов быть не должно. Окей, следующий брусок. Следующий брусок 63 на 50.
термообработка у этой стали в данном ноже какая-то она интересная. Вот честно, сколько мне уже якселей встречаются, ну, такое ощущение, что сталь немного пересушена, самую малость. Заменов нету, есть какие-то сколы, больше или меньше сколы, в зависимости от эксплуатации, условий, техники обращения ножей. Ну, с другой стороны, сталь приятная в работе. Что интересно, еще на некоторых сталях я позволяю себе работать елочкой. Ну, так и называю, может быть, это неправильно. То есть, когда в одну сторону я веду брусок, я работаю в эту сторону, предположим, да? А когда я иду в другую, я работаю в другую сторону. Так значительно, ну не значительно, но работа ускоряется. Но на вот таких вот сталях, немного пересушенных, перекаленных, могут появляться микротрещины. Поэтому я не меняю направление движения в данном случае. Разве только что тогда, когда подрезать надо за усинец. Окей, следующий брусок.